Всем привет! Давно не выходили в эфир. Постараюсь смонтировать влог небольшой. Какие у нас дела? У нас начала телиться первая телка. В этом году очень поздно вообще все коровы телятся. Отелилась вообще только одна. И мы уже с теленком ее продали. Я рассказывала про нее. Она такая диковатая и диких таких же телят рожает. В один день с быком мы ее продали. Вот. Сейчас будем смотреть, следить. Ходили. Первотелки долго расхаживаются. Вымя долго наливают. Вот мы следили за ней, когда Саша ночью ходил, смотрел. Сегодня у нас вчера окатилась овечка. Принесла 4 ягнят и так обрадовалась. Ну, всегда радуешься, когда прибыль в хозяйстве. Так как 4 ягненка, мы как с ними делаем? Мы их всех оставляем с матерью, но ходим, допаиваем. Допаиваем всех, и как бы видно, кому не хватает, в принципе. Главное не перекармливать, а смотрела там по схемам, чтобы просто больше, чем надо, не выпили. Ну, а кто-то выпивает даже и меньше нормы, просто, значит, у мамы напивается молока. Вот, на следующий день, получается, сегодня я пошла с бутылкой допаивать ягнят. Заходим в сарай с Дашей и видим такую картину. 3 ягненка лежат мертвые. Один кричит, главное, зашел там за ящик и не рядом с матерью, кричит напуганный, не знаю. И еще 2 курицы дохлые были. Не знаю, что произошло. Либо это такое стечение обстоятельств, что в одну ночь, вот получается, и с курицами. Вообще до этого у нас такого не было. Никакой крови не было. Не видно, что там кто-то, какой-то зверь, да, зашел и подрал их. Просто лежат и все. Не знаю, вчера они были все сухонькие. Мать их приняла, то есть рядышком они с ней были. И все хорошо было. Что случилось, непонятно. И как-то и 4-й ягненок такой сейчас квелый ходит. Вообще, первый раз у нас такое. Я уж сегодня наревелась. Жалко, конечно, так. И что интересно, причин. Причин непонятно. В сарае тепло достаточно было. То есть было время, и зимой было холоднее. В сарае новорожденные ягнята нормально себя чувствовали. Так что... Вот. Уже больше недели у нас проблемы с интернетом, поэтому и ролики не можем заливать, не знаю, как сейчас зальется или нет. И я хожу, нервничаю, что люди заказы делали, я не могу нормально людям ответить ВКонтакте, поэтому кто смотрит, приношу свои извинения, что долго отвечаю, просто физически не могу. Я как бы мелькаю ВКонтакте, но они сообщения даже не открываются. Вот, поэтому, ну, как только наладится связь, буду сразу отвечать. Гладиться надо. Саша собрал жидкость, пузыря дает. Не знаю, мы даем, если получится собрать, даем. Считается, что вроде как лучше, и потом и отёл проходит, и послед лучше отходит. И после отёла даем сладкую воду пить. Это на подходе, да, у нас? Вот это нет? Что-то пузо такое у нее торчит. Встали все. Встали. Что вам надо? Ну чего ходишь-то? Стоит, нервничает, не поймет, что с ней происходит. Когда уже прям корову, у которых уже были телята, интересно наблюдать. Они, да, они, теленок еще не появился, они уже начинают мычать. Ну, особым образом именно для теленка подзывать.
А это ходит ногами, топает и не поймет, что нужно. Ножки уже торчат. Посмотрите, все встречают новорожденного. Вот что вам надо? Немного помогли. Зеваки. Крупный, да, для нее? Нет? Ну, хороший. Даже не посмотрел, кто. Бык? Бычара черный. Эту корову мы телочкой брали в молочном хозяйстве на подсос к другой коровке. Если видео найду, оставлю. Она у нас на подсосе была. Второй. Сегодня, наверное, в сарай придется теленка заносить на ночь. Прям такой, вроде солнце, но морозец. Что тебе надо от меня? И овечкам надо понюхать. Куда? В догоняшки играют. Сейчас вообще взлягивали. Посмотрели, ну, теленок. Ой, кошмар. Давай повыше. Блин, его бы направить, он прям чавкает. Еще чуть-чуть. Язык высунул. Девчонки делают
Нам Татьяна, наша зрительница, постоянно отправила посылочку. Спасибо большое, огромное. Не знаю, как знала она, у нас заканчивался воздушный пластилин, нам бабушка на Новый год дарила. И вот уже заканчивался, они в него играют очень хорошо. Вот мы делаем платье, оно потом высыхает, сзади разрезаешь, и можно им пользоваться. Внизу сделал, сзади сделаешь вот это. Рюшку еще? Угу. Вот Катя тоже вот делает тут. Так, а Даша, левая нога на красную. Нет, другую ногу, другую. Давай дальше. Так, Катя, правая нога на синюю. Ну, у тебя это левая, правая стоит. Подожди, дай я крутану еще. Правая рука на желтую. Правая рука на желтую. Ваня, как мы играли будем? Даша, правая рука на зеленую. Не может. Смотри, мама. Ваня. Даша, второй рукой можно пока держаться. Катя, левая рука на зеленую. Левая рука. Да, с Ваней вообще классно играть. Ваня уснул, девчонки тут рукоделием занялись. Это когда-то начатая Катей лягушка. Что-то мы ее забросили, сейчас достали. Теперь Даша будет заканчивать. Катя тут из пластилина какие-то тапочки делала. Это тапочки, да, Катя? Да. А это что такое? Это шапочка Даши. Так, а Катя вот за такое когда-то брала. Я не помню, или нам дарили, я сама брала. Дарили. Тоже давно начали, потом не до этого было. Мама, у меня один вопрос. Емкость у нас брали Фаберлик. Я давно такую хотела, но мне вот бы еще побольше, потому что я обычно пироги побольше пеку, лучше пониже и пошире, удобнее будет такая штука. Смазываем маслом, решили шарлотку сделать, у нас там яблоки начали портиться. Чуть-чуть вот так сахаром сыпем, и так, чтобы была такая корочка сахарная. Ай, маленько рассыпали, ничего, и корицей посыплем, тоже Фаберлик брали. Я обычно на кофе немного сверху так сыплю. Так, шарлотка с корицей тоже очень-очень хорошо будет. Так, все, сейчас я доведу маленько тесто и зальем. А, сюда сейчас яблочки. Так, вот такой пирог получился. Чуть-чуть не допекся, температуру чуть-чуть поменьше надо было. Уже начал темнеть, поэтому пришлось вытащить. Корочка аппетитная. Пожирнели. Вишки пожирнели? Да. Из остатков теста еще сделали мишек. Мишки, мимимишки. Я мишка, мишка. Саша вчера купил нам коктейли из морепродуктов. Вот это я вообще первый раз вижу такое. Это крабовая палочка. Просто нарезанная крабовая палочка. Вот. Подними. Которая из рыбьего фарша. Вот так вот.